Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. В этом видео мы посмотрим, как себя ведет криптовалюта Unfi, которую залистили 1,5 часа назад на Binance в торговых парах с USDT, USBUSD. И как мои предположения, в принципе, по поведению криптовалюты осуществились. Так, скачок был в первую минуту от 1,3 до 6,59. Я его не записала, но зато сейчас мы видим, как она себя дальше вела. Поднялась до 5 почти, и потом опустилась до 3,3. Потом опять поднялась до 4,31. Это разница, в принципе, 3%. И сейчас 3,9. Это, можно сказать, серединка. Вот. Но все равно рисует, пишет 201% роста, а вот 1,3 получается от минимальной цены за сегодня. Вот. А в чем мои предположения? В том, что когда листят криптовалюты только в торговых парах, например, двух, например, с БТК и с USDT, или с БТК и с BUSD, тогда рост идет небольшой, скачок. А если листят во всех четырех торговых парах с биткоином, BNB, USDT и BUSD, тогда идет большой скачок и большой объем торгов. Вот как раз сейчас за 1,5 часа уже 19 миллионов объем. Про криптовалюту Unfi. Информации никакой нет. Рыночные сделки происходят несколько в секунду, штук 8. А информации почему-то нет на Binance. Вот. И по предложению от 3,6 минимум до 5 аж. Но был максимум 6,59. Пока такие ставки. Вы видите. Вот. Сегодня еще одну криптовалюту залистят. Я ее точно успею через 1,5 часа заснять. И будет очень хорошее видео. Но ее, кстати, залистят в 4 парах. И поэтому, скорее всего, будет большой скачок. Ну, посмотрим. Вот. Всем спасибо за просмотр. Хорошей вам торговли. И всем пока-пока.